Доброго дня. Готовлю варенье эконом-класса. Что значит эконом-класса? Это с добавлением кабачка или неспелой тыквы. Тыква неспелая, она сладкая, но без яркого тыквенного вкуса. Первый вариант варенья. Это вот у меня тут есть остатки полкило терна, 300-200 грамм клюквы. И добавляю 1,5 килограмма тыквы. Тыкву, клюкву и шкурки от терна пропустила через мясорубку. Мякоть косточкой добавила так, целиком. И добавила 1 килограмм сахара. Теперь все это проварю минут 20. Второй вариант эконом варенья. Беру 4 яблочка, 200-300 грамм клюквы и большой кабачок. Все ягоды, яблоки и кабачок я пропущу через мясорубку. И к этому добавлю 1 килограмм сахара. Варенье проварило минут 20. Получилось красивого красно-желтого цвета. И теперь горячим буду закатывать по банкам. Четвертый вариант варенья с кабачком. У меня есть 0,5 кило калины, 2 лимона и большой кабачок. Все перекручу на мясорубке. Предварительно немного замораживаю лимон и калину. Добавляю сахар, провариваю полчаса и горячим закатываю по банкам.